Так, ну что, добрейшего вечера, дорогие друзья. Мы вроде запустились. Да. Да, запустились. У нас сегодня BioShock 2. Сейчас последние настройки и можно будет приступать. Так, все нормально. Все есть, все видно. Да? Ну что, я думаю, можно приступать. Или даже не ступать, а продолжить прохождение игры. Там относительно немного осталось. Поэтому поехали. Купить за деньги. Что-то я такого не видел. Так. Так, спасти или убить трех маленьких сестричек. Прекрасно. Забираем. Это что такое? Это трупешник. Так, нам этот хрен задание дал же уже, по-моему. Да, дал. 3 тонн синема, променад. Ой. Ух ты. Хорошо. Так. Заклепки. Есть. Тяжелые. Опа. Да. Фосфорная картечь. Нет, Жакан. Не знаю я это. О! Настя, привет. Давай, давай, приходи с чаем. Дротик, ловушка, это у нас есть. Так, а... понятно. Так, это что у нас? Топляк для бура не нужен. Так, тут явно нужно оружие. Так. Здесь мы уже были. Поэтому побежим дальше. What? You got lonely? Somebody say something mean to you? What are you doing here? Find those little ghouls and make them gone.
Это кто упыри? Маленькие дети? Интересно, ну-ка. Ну пошли. О, парк Диониса. Эпичненько, эпичненько, да. Так, это надо взломать. Отлично. Прекрасно. Инъекция Евы, отлично. Так. Пойму я, чё он глючит-то. Так, сейчас. Так, понятно, понятно, понятно. Так, ясно, понятно. Идем сюда. Много чаю налила, Настя. Сейчас я, секунду. Булочку я уже, кстати, треснул. С чайком тоже. Так лучше будет, да. Так. Это что у нас? А, я отсюда зашел. Ну? Где вы, мрази? Сколько тут всего разбросано? Как у тебя день прошел, Настасья? Ты что, не сдох, мразь? Сдохни, мразь. Просто сдохни. Так, ну-ка. Там что, уже все? Все померли? Вот скотина. Олежка, здорово! А что это у меня здесь, я не понял. Сдохни, мразь. Я сначала нашла две игры старых, и ОБС их захватила. Счастья нет предела, и потом пошла на работу. Ух ты! У меня вот, кстати, второй биошок, Настя. ОБС захватывает только при активации захвата рабочего стола. Все, по-другому никак. Хоть ты тресни.
А я не знаю, Олежка, я уж всегда так делаю. Мы ж тут сиськи-письки обсуждаем все время, поэтому лучше перестраховаться. Вот, мое мнение такое. Блин. Ну это ж надо было так эпично зафейлиться, а. Пипец просто. Так. Восстановимся. И. Ты чё? Ломаем. А я так и делаю, что в настройках окно, у меня так и есть, Настя, просто проблема заключается в том, что не захватывает его ОБС, не захватывает. Работай, вот так. Я не знаю, что за проблема с Биошоком со вторым, потому что первый тот же, да, захватывается вообще без проблем. Так. Да. Сдохни. Вот так. Шесть патронов. О. Ну-кась. О. Зимняя свежесть есть, да? Плазмидную. Так. Блин. Зимняя свежесть, да, естественно. Ты имеешь... Что я сделал? А. Второй биошок помрачнее, Олегу. Так. Это что у нас? Да. Боже, да почему ж ты такое кривое? А все. Так. Катюша, здорово! Здорово, здорово! Рассказывай, как ты? Лавкрафт, добрейшего, добрейшего, друзья мои. Всем хорошей, счастливой пятницы. На моем стриме. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а я не понял, где этот хер в окне? Ну это второй биошок, Олежка. Он мрачнее, чем первый. Это правда. Тут есть откровенно такие хоррорные моменты. Легла с планшетом? Его зовут Планшет? Но он тебе нравится, Катюш, вообще? Этот планшет. Он нежен, ласков и любим? Так, я не отсюда зашел. Так, здесь что? Ну, здесь уже я явно был. Отсюда зашел. Сел малость. Так, сады Лэмбо. Это что у нас? Какая нахрен коллекция коина?
Осталось 12%? Нет, это мы пить не будем. Alright, there's one. Club at a big palooka and grab the sister. Где ты? Я тебя не вижу, дитя. Там что ли? Секретка? А, все, понятно. Ну пусть разберется. Так. Все. Отлично. Иди сюда. Настя, ну ты ж как вспомнишь, свистни мне. Так. Здесь с этим мы разобрались. Стоп. Черт. Забрали. Просто великолепно. Так, теперь, друзья мои, теперь. Что мы делаем? Мы делаем вот это. Вот. И вот так. Там вроде пацан какой-то что-то спрятал. Я в мае проходила, уже не помню. А. В смысле до последнего, Олежка? Сегодня выходной, поэтому да. Буду стримить. Ну, не знаю. До 11:30, до 12, я думаю, должен потянуть, потому что я сегодня на работе подупоролся мальца. Моему больному руководителю еще приспичило, стукнуло в голову проводить заслушивание по работе юридического отдела без 15:06. Господи, да почему ты такой кривой, а? Поэтому, Олежка, пока стримимся. А что вообще? Вот что надо. Но! Ты чё, никого? Блин, пипец. Помни меня, а чё, кто это фильм, о чём этот фильм? Кэт, соберись! А, у меня картечи много. Ну, отлично.
Значит, сейчас мы эту картечь будем отстреливать. Все же достаточно просто. 484 бакса. Офигеть. Так. Это что там? О боже мой, что там? Кто-то умер от рака легких или от чего? Так, а что ты загрустила? Блин, у меня опять некуда девать бабло. Так это нормально. Слушайте, друзья, ну я уж не знаю, что делать. У меня опять деньги девать некуда. Где тут? Где-то ж была, по-моему, этот магаз. Сейчас затаримся. Да, затаримся. Да, у меня же гранатомет еще есть. Замечательно. Заклепочки. Отлично. О деньгах? Чё-то я не понял, Катюш. Так. Так, что у нас там? Так, Настя, покупай патроны и Еву или соль. Соль? Какую соль? Давай вот это купим. Чё, 404... Давай купим заклепки. Сардины. Ох, Катюша, Катюша, я чувствую, ты хотела какую-то тему затронуть, но что-то я тебя смутил. Бронебойные патроны подняли. Все подняли. Блин, пипец у меня, конечно, оружие. Поваренную пищевую. А что с ней делать-то, други мои сердешные? Так, ну что, идемте дальше. А что я мучаю? Сейчас карту откроем. Так. И что, и где? Так. Так, так, так. Ход в океан, кинотеатр Тритон. Так, мне кто нужен? Мне нужна маленькая сестричка. А он что, здесь ее не показывает, сволочь? Твой комошка где-то по делам уехал. Я понял, что про соль, Олежка, я понял. В сидячую точку стрелять. Настасья, что за сидячая точка? Так. Да господи, что ты опять за хрень вытащил? Ты что, еще выжил после этого? Я слышал девочку. А, это девочка, которая со мной. Так. Тебе было больно, Катя? А каким образом в твою задницу влетела дротика Дарцы? Вот понять не могу. Да-да, пошли за Адамом, дитя. Что, Настасья?
Не понял, что друг опыты что ли проводил? Да-да, Олежка, расскажи, чем там эта переписка закончилась. Кроме того, что тебе рассказали, что ты негодяй, мерзавец и... калечишь женские души. Катя. Я право же не понимаю. Она не разозлилась. Я считаю, что там все плохо. Мое мнение такое, Олежка. Вот. Так, сохраняемся. Сдохнуть в муках? Женская доброта такая разная бывает вообще. Я хочу сказать. Ой, господи ты, боже мой. Все. А, ребенок уже собрал Адам, да? Ну, неплохо, что это мне стоило. Одной аптечки. Вообще ни о чем. Правильно. У тебя самый лучший папочка. Ты правильно делаешь, что всем так рассказываешь. Я всегда поражался тому, как женщины искренне способны сочувствовать и потом также искренне ненавидеть. Но я думаю, что она еще напишет. Напишет. Можно даже делать ставки. Так, а там что наверху? Мы, по-моему, там были уже. You mistake my nature, Delta. I wish no Adam for myself. Eleanor is the dream, and she needs neither weapons nor parlor tricks. Это не всегда бесит. Это может бесить только в том случае, когда ты человек, тебе не безразличен, ты что-то от него хочешь. Понимаешь? Но где музыка? Awareness of self is no miracle, Eleanor. It is a trick of the gene, an endless inner refrain asking, what's in it for me? To serve the world, we must grow deaf to the self. Так. Are you ready? Now, stop listening to my voice. Stop listening. Stop. Difficult. Isn't it? Дротик. Human verbal cues are defensive coloration, camouflage. Play this recording until you no longer hear the words. Then you may observe the people for who they are. Так, 3 года, короче. Да мы не на чьей стороне, мы пока исходим из того, что написано, Кэт. Да, конечно, конечно. Просто, Катя, мы как уже, как правило, тут люди взрослые, понимаешь, и в подобные вот случайности не верим. А ПМС что-то должен объяснять, Лавкрафт? По мне так он ничего не объясняет.
Так. О! Испытали бы вы ПМС хотя бы раз. Я на вас поглядела. Господи, да чего на нас глядеть? Сложно сказать, Олегу. This atom you found contains memories from all the bodies here. Normally, only a little sister can see them, but I can show you what Stanley is trying to hide. When mother was taken away, Stanley was left in charge of Dionysus Park. He spent all her money through these mad parties. It was like he was trying to ruin her. You okay there? Keep your eye on the brass ring, brother. Find the rest of the sisters. Залезла, залезла. О, как. Subject Delta is just a serial number, amigo. I did a lot of digging on you for a feature once. They used to call you Johnny Topside. Found the city all on your own in a diving bell. Real shame what they did to you. Блин. К чему приготовиться? А чё она вылезла? Я не понимаю. Чё за бред? Да давай уже! Кто меня снес? Рядом. И где она рядом? Все, сдохло. Так. Вот дамы, которые тут писают, скажите, пожалуйста, у вас какое-то особое чутье? Ну, если связи есть, то да. Какое? На смысле, чутье на что? Я не шарюсь по страницам, потому что пиздец меня заебывает. Привет, Мишанечка. Привет, привет. Так. По страницам, да, я чувствую, что многие шарятся. Это правда. Я так подозреваю. А что у него? А как она? Как дела, Мишань?
Любопытство. Но это больше, знаешь, склонно... Это больше, вернее, свойственно незрелым людям. Ой, господи ты, боже мой. Вот честно тебе скажу, Настя, никогда не понимал смысла скрытых профилей. Ну, хочет и хочет, пусть смотрит там, или он, она... Пусть смотрит, завидует. Пусть смотрит, завидует, какой стал. Я считаю, ток плюс. Мое мнение такое. Заклепка. А зачем ты его закрыла, Катюш? Закрыто. Так, что здесь? С одним дауном. Господи ты, боже мой. Вот у вас страсти кипят, а? У меня все тихо и спокойно. Создал страницу 150 тысяч лет тому назад. Вот она у меня 150 тысяч лет назад есть. Так. Рейтинг до 200 поднял, Мишаня. На 200 за сегодня. Смотри, больные, а. Друг писал. Вот делать нечего людям. Вот реально нечего делать. Так. Я заблудился явно. Так, ну нам сюда, да. Ну, пишет и пишет, Катя. Да, я согласен с Настей, что это чистый детский сад. Кстати, Настя, по поводу чата. Я вчера в тестовом режиме этот, как его, использовал Streamlabs, который дает очень хороший виджет, и для того, чтобы показывать стрим чата, совершенно не обязательно дополнительную прогу. Стрим, вернее, чат Твича, совершенно не обязательно дополнительную прогу ставить. Да сдохни, мразь. Открой мне секрет. Так. Не, здесь мы были. Мишаня. Что там еще может быть круче i700? А i7-10800 я уж не знаю, друг мой. Правда не знаю. Так. Ближайшее. Ага. Чего ты ждешь, Олего? Так, туда идем. Туда идем. Я лишь поставил в ОБС ссылку, типа как браузер сайта Streamlabs. И чат, и новости, поэтому у меня они остались. Не понял, Настя, если честно. А самый прикол в том, что его друг запал на меня и стал лезть. Я его отшила, сказала ему. Стал отзывать, унижать. Господи мой.
Пипец, блин. Слушайте, мне нравится, как я живу. Тихо, спокойно. А, вон она, галерея Фишера. Я жду, когда мне напишет та, с которой я перестал общаться примерно 5 лет назад, и она тоже объявилась. У тебя этот, как его? Прям всплеск, всплеск какой-то. There she is, get her. I hope that bodyguard ain't one of your long lost. Так. Так, дай-ка сейчас эту камеру я взломаю. Черт. Не понял, а что за бред? Так, хорошо. Это чмо там? Так, теперь ты. Сохраняемся. Ну, ситуация забавная, конечно. Чё ты психуешь? Я не понял. Так. Всё, снесли. Отлично. Ориентацию менять. Господи, какие крайности? Какие крайности? Так, сейчас давайте я ваше сообщение посмотрю. Так. Я этот ВК нахер удалил. Мишань, что-то радикальное. У тебя прям вселенское какое-то наказание. Ну, то, что неудавшиеся отношения накладывают на нас отпечаток, это совершенно однозначно. Более того, они нас и формируют. Это правда. И хорошо, что это происходит. Иначе потом очень сложно бывает говно от неговна отличить. Он не невиновный чувак, Мишаня. Чё, вот это, наверное, да? Да. Ориентацию тебе сменить. Ну, прекрасно, что я могу сказать. Можно, Катюша. Можно. Так это жизнь. Она такая. You're coming home with me. She ain't going to your with all your eyes. Они просто тут какие-то конченые, вот если честно. Не понял, а чё? Всё, собрала.
Блин, нехило они меня снесли, нехило. Да я не понял, у меня же было другое оружие. Что за бред? Пипец. Так. Заклепки, ловушки. Я тяжелые заклепки, что ли, потратил? Так, аптечка. Отлично. Аптечки нету, да? Аптечки нету. Так, магаз, магаз, магаз. Топливо для бура. О. Сейчас соберем, Адам, дитя. Так, есть. Топливо для бура. Холодный томный взгляд, это у кого? Это у тебя, Катюша, холодный томный взгляд? Так. А где здесь можно спрятаться выгодно? Сдохли, мрази. Кот крякнул. Вот это да. Отлично. У нас есть заклепашки. Захлепашки. Так, это поднимем и вот сюда воткнем. Теперь чуть что реву. Эмоциональная вы, Катерина, эмоциональная, право же. А я этих мразей вообще облутал? Нет, не облутал.
Да, Катя, ты молодая. Сейчас соберем Адам. Давай, дитя. Собирай. Да. Блин, они вообще какие-то конченые просто. Все? Да. Вот это да. Ну хоть аптечку дали, уже неплохо. Да. Я всегда тебя спасаю, дочь, всегда. Давай, дитя. Две из трех, отлично. That's me there. I confronted Stanley. Said I tell mother what he had done. He panicked. Took me away and sold me to an orphanage. I tried to fight back. I remember biting his hand, but father, he's the reason I was turned into a little sister. Конечно. Я... Для меня даже мысль недопустима. Что я буду губить детей. Ты что? Ты исключено. Это ад. Категорически исключено. В реальной жизни папа? Это сложный вопрос. So his people locked you up. Erased your damn name. Goodbye, Johnny Topside. Hello. Нет, Настя, у меня есть племянник, племянница, моя банда. Я даже женат никогда не был, если честно. Мне уже 40, а я все в девках хожу, видишь? Девственность берегу, непорочность, все дела, короче. Так. 5. Ну, а что, в принципе, еще? Заклепки. When all this is over and we're divvying up Rapture's bounty, you and I'll be holding court on a private island, son. Нет, нет, детей нет у меня, Настя. On bended knee, holding a bouquet made of money. Дети — это жесть реальная, абсолютная. Для того, чтобы решиться на этот шаг, надо четко понимать, на что ты идешь. Consider the genius you deny her with every stolen drop. Сдохла, мразь. Это хорошо. Так. Сдохни. Так, ломаем. Так, на халяву.
А, у нас есть аптечка, да? Я вот со своими каждую субботу вожусь, завтра опять пойду. Завтра мы должны угорать на этих. На самокате, если получится. Вот, поэтому посмотрим. Так, отлично, сдох. Прекрасно. Чё, снес все? Сорок шесть, вообще нормуль. Одобряемо. Блин, чё-то я вообще сегодня Блин! Не смог этот, Олежка, взломать. Чё я там взламывал, я не помню. Магазин. Блин, да это пипец просто какой-то. Устал я сегодня. Давай. Пошёл. Карают вообще жестко. Ну ничего. Нормально. Я все равно его сейчас сломаю, этот магаз. Вот тут вот. Так, вот так. Дочь народа. Ой, как хорошо. As she ascends, Delta, you and I will seem as dogs, circling and snarling amid the afterbirth. Подоконник оторвал, господи, это как? Зачем это? Так, это мне все не нужно. There she is. Little Tyke wants to be in pictures. Real cute. Пятая кому GTA. Да. Разнеси. А я пока тут поразбираюсь.
Все? Так они не убили друг друга? Сдохни, мразь. Так. Сохраняемся. Что там? Жесть, да? Сдох. Отлично. Давай, давай, Катюш, спокойной ночи, конечно. Удочеряем. Так. Да мы поняли, что Настя. Я на твою хорошую явно не тяну. Что уж там говорить-то. Так. О. Посмотри, как мы его продрявили зачетно. О, тут есть, да? Сразу Адам будет у нас. Хорошо. Я так понял, они опять чуть-чуть поменяли интерфейс, да? Да, потому что теперь, чтобы понять количество зрителей, нужно страницу чуть-чуть вниз промотать. Это не есть айс, вообще не айс. Так. Так, отлично, отлично. Здесь это работает? Так, вот это будет прекрасное место. Вот. Ну, в общем-то, заклепки, ловушки, а смысл? Их всего две. Блин, попробуем так. Я не знаю, Лавкрафт. Какие-то наверняка есть. А посмотри, это как его ДНС какой-нибудь, еще что-нибудь такое. Я не понял, это что вообще было. Все, собрала дитя.
сдох? Отлично. Посмотри этот, как его все-таки, Лавкрафт. Как он называется, ДНС или... Давай, 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 иди сюда. Что происходит, я не пойму. Да это пипец какой-то вообще. Мне деньги нужны, мне оружие покупать на деньги, деньги, деньги. Но сдох. Но это же вообще ужас. Патронов нет, что ли? А, нет, почему этот же есть еще? О, дротик. Я хорошо его скрываю, Олег. Так. Отлично. Так. Да это пипец вообще, они просто конченые какие-то. Так, надо купиться. Хоррор какой-нибудь, Олег, я подумаю, где еще так люто обоссаться можно. Заявка принята. Так. Мне нужен магаз. Аптечку дали, уже хорошо. Еще дали. Поблагодарим игру, конечно, за заботу. Что там? Так. 327 бакинских. Ну, что-то маловато как-то. Уже нормальный магаз. Зло внутри, да, я его при 30 FPS тестировал, он нормально шел. Я его постримлю так. Ой, потестирую в стриминговой конфигурации и скажу. Будет, не будет. Evil Within обязательно мы будем пройдем. Проходить будем. Однозначно.
Так. Топливо для бура. Картечь. Она дорогая, блин. Нет, Evil Within. Да, блин, это пипец просто какой-то. О, замечательно. Прекрасно. Пять патронов. Это злые капли, да, называются? Evil Within. Так, картечь. Так, подожди, а этого нету, что ли? О, мы вчера у одного стримера смотрели одну игру, типа детектив. Короче, идем такие в пещере, тут птичка вылетает, но мы такие, о, ну, идем дальше, огонь появляется. Мы такие задом пошли назад, а тут земли труп как на нас кинется. Ну, что-то какой-то он у вас впечатлительный, Настя. Очень впечатлительный. Так. Патроны 50-го калибра. Ну, хрен знает, хрен знает. Так, это что? Что это было? Отлично. Игра-то вроде не хоррор. От неожиданности, да? Ожидали, короче, типа не хоррор, а в итоге хоррор оказался. А потом на Ютубе. Так, посмотрел, дальше вообще. Да блин, сколько ж на вас патронов надо потратить, ёлки-палки, это же ужас просто. Так. Так, ну здесь это что? Это... Что у нас есть? У нас есть фосфор, у нас есть жакан. Так, я их покупаю... Так, я их покупаю, Настя. Но это как, так как я не люблю. Это абсолютно тупое усложнение геймплея. За счет мяса. Вот. I'm not speaking to you.
Вот так. Чё, ушатали? Ушатали. Это чё? Отлично. Так, это какая у нас? Третья девочка как раз будет освобожденная. Отлично. Сейчас нам нужно максимально экономить. И для этого очень хорошо подойдет бур. Его топлика немного, но... Так, стоп, это все замечательно, конечно, но... Тут еще же эта сумасшедшая младшая сестричка. Ну, понятно, понятно, понятно. Давай, дитя. Чё это я должен убивать? With me gone, father. Stanley just let mother's followers turn into animals. When word came that she was returning, he knew they would blame him. So he found a way to silence them all. And now he's trying to cover it up. That's it. Now all that old dirt stays underground, and Lam will be none the wiser. Hey, come on back. I've unlocked the train for you. But remember, if Lam catches you, mom's the word. Так, друзья мои, я сейчас воду выпью и приду. Сейчас. Кое-что поизуродую здесь на стриме. Продолжу. Ваш стример Лёва выпил воды и вернулся. Нескладно, зато правда.
Слушайте, друзья мои, ну, конечно, работа через ОБС, через эту хрень вот, которая называется BioShock, ну, это ужас, конечно, это просто ужас. Ой. Так что, пойдемте. Delta, our conflict of interest seems to be upsetting Eleanor. For her sake, I have made it clear to these men that you are not to suffer. I accept full responsibility for any anger you may experience before you die. Кто там поливает меня? Кто это был? Да. Пипец. Просто. И все. Вдоволь Евы получу и мутантов замочу. Вот так будет лучше, да? Да это пипец просто. Да нафиг сваливать отсюда надо, это же... Я не понял. А, сдохло. Ужас. Поэт, да? Рэпер, я рэпер, во. Так, у меня деньги есть там на что-нибудь? Ну, на что-нибудь есть. Так, это аптечки я буду покупать. Блин, клепальный молоток самый годный этот инструмент здесь. Что конкретно тебе понравилось? Говори мне, Настасья. Говори же, говори. Это же просто пипец. Да. Что там упало? Ты видишь, что они делают? Комплименты, Настасья, любят все. И ушами любят все. Subject Delta. I have known for years of Stanley's betrayal here and had forgiven him. But in compromising Eleanor now, he seals his fate. You see, it was Stanley who turned you into Ryan. He is responsible for what you have become. The security booth is open now.
You may have your revenge. Так, что, я куда-то не туда пошел, что ли? Sweet Jesus. Lam, no! And she just let me hang myself out the... Oh, God! No, no, no. Come on, pal. The train's ready. Just... Да не буду я тебя убивать, нафиг ты мне нужен. Ты и без того мразота. Погнали. Еще геймпад вибрирует. А чё их убивать? Чё, его, он и без того уже обкакан, обосранный, вообще непонятно как, какой. Я не вижу смысла убивать его. Я ж не жестокий в жизни, Олего. Если убивать, наказание всегда должно быть соизмеримо деянию. Да, конечно, конечно, Настя. Это не по поводу того, что женщины любят ушами, это не более чем дремучая мифология каменного века. Ушами, глазами, носами любят все. If I'm right, Eleanor's mama's using Adam to force all Rapture's minds and memories into the poor girl. Lamb reckons it'll make that child a saint. Now, Eleanor's in a deep, dark place beneath Fontaine headquarters, and to keep you alive, we need to sneak in and find her. Да все со всеми работает, Олег. Абсолютно все. Так. This facility belongs to the city. And Ryan Industries. At least until the rioting subsides. While it is unfortunate that such measures had to be taken, I must admit, it is gratifying to see this building condemned. Fontaine is gone. Lamb is gone. Close enough. I am alone. Да что это за глюки у меня? Я не понимаю. Она не поджигает. Почему? Что за бред? Ты про меня говоришь, Олег? Вернее, про меня спрашиваешь? Так. Бронебойные тоже ёх, полные. Влететь может. Да, ну это мы тогда оставим. October 9th, 1967. Hello. My name is Gilbert Alexander. And by the time you hear this, I will be clinically insane. I am recording these diaries in advance as a last-ditch effort to assist anyone I might threaten in dealing with me. My next message awaits you beyond the security checkpoint. The bioscan will ensure that you're sane enough. Needed.
Gil Alexander. As I recall, he was involved in Big Daddy development from the beginning. Likely had something to do with you and Eleanor, son. Сушим, сушим, сушим. О, отлично. Ох ты, сколько всего. Йор что? Fired? Родиков автовзлома у меня уже много. Настя, что, вот много лет это все не надоедает? Просто я вообще не представляю, как вот люди живут вот столько лет там. Для меня это вообще что-то за гранью. Знакомы 7 лет как живем и 5 лет как муж и жена. Да, если честно, мы вечно угораем. Где эта мразь-то? Мишаня, привет еще раз. Алекс, the great. Oh hell, that has to be Gil Alexander. Same man who left that message we're following. He sounds mad as a. Ты продолжаешь, Мишаня, ставить рекорды? Ну ты хоть вскинь в этот ВКонтакте конфигурацию, что ли, покажи, что ты там собирал столько дней. Совсем все плохо. 54 бакса. Да меня уже тут размотали. Просто, вообще. Как я не знаю кого. Так. Вот так будет. Так.
4 сестрички, офигеть. Иди отсюда. А, это этот, который... Кто он там? Что, ничего с него не упало? Печально. Hello again. I have been exposed to a massive dose of substance, Adam. By the time you hear this, I will have... Пипец, патронов нет. You, my friend, must therefore penetrate them and kill me. Please believe that if I could have done it myself, and on that cheery note, you may use the diary lying near this screen to bypass the Vogel print locks ahead and enter the security office. The password is Agnes Day. Угу. Agnes Day. Отлично. Патронов ни хрена нету. Please see password to enter. Agnes Day. Agnes Day. Access granted. Welcome, Gil Alexander. I heard that. My likeness is company property, Delta, just like you are. Don't make me strip you for parts, Melodo! Так. Please see password to enter. I warned you. Мрася. Вот мразь. Oh, he's jamming the voice print lock with that awful crooning. See if you can find some way to sabotage his control of building security. Давай, Найс, спасибо, что смотрел. Я сейчас тоже потихонечку буду, что-то я прям устал. Давай, давай, Настюш, до завтра. Покеда. Бе-бе-бе. Подарочек. Что я там сделал? Что-то я там сделал.
не могу понять, чё. Так, плазмидная ячейка, что у нас? Давай, пока-пока. Генного тоника. Острый глаз. Вот эту надо. Электрошок 3, сожжение 3, извержение. Так. Какое все дорогое, а? Электрошок. Сожжение, да. Так. А, это девочка. Yes, congratulations. You've won a battle of wits with a home appliance. No time to play, Mr. B. More Adam for Big Sister. Ну, как отлично сносит. Жаканчиком. Фуф, Олегу, я что-то прям совсем гибну уже. Не могу, устал что-то, я сил нету. Я, наверное, тоже закончу. А завтра в 6, как я и говорил, у нас, скорее всего, будет резидент. Завтра я уже открою мануальчик, гайд. И по нему уже буду проходить, чтобы убыстрить немножко прохождение. Вот. Надеюсь на твою помощь завтра. Что ты завтра будешь моим гидом по резику. Так что такие дела. Так, давай я сохранюсь. Завтра, да, я буду страдать, это правда. Спасибо, что был, Олег. Спасибо, что смотрел. И пока, до завтра.